Привет, дяденьки и тетеньки. Сегодня у нас 8 мая, и я собрался проверить еще одну какую-нибудь маленькую речку. Ну, не какую-нибудь, а уже конкретную. Вчера полдня лазил по карте, искал места, где там что подъехать можно, где там пошире, где поворотиков побольше. Ну, и у нас 2 дня шел дождик. Не знаю, удастся мне пролезть туда, куда я хочу, или не удастся, или придется куда-то в другое место ехать. Посмотрим, короче. Когда мы позавчера с Володей спиннингистом ездили тоже на одну из микроречек, но нас прогнал дождик очень быстро, и мы не успели ничего поймать. Ну, скорее всего, и не поймали бы, так как что-то речка была мертвой. Вот не знаю, какая сегодня мне речка попадется. Погнали проверять. Так, мужики, докуда можно я доехал. Вон, в леске машину поставил. Не знаю, вылезу назад или нет. Тут дорога очень злобная. Сейчас покажу, какая дорога. Доехал я только до горки. Дальше не рискнул. Тут уже Нива или УАЗик надо. А колесики у меня так себе. Даже так себе это мягко сказано. Шоссейки. Да, тут уже мне нечего делать. Кто-то ездит он на Невасике, наверное. Ладно, тут до речки 300 метров осталось. Пойдем смотреть, есть тут рыбсики, нет рыбсиков. Пробежал тут быстренько по берегу, метров 300-500. И есть у меня такое чувство, что вода поднялась от дождей. А если вода поднялась, то это пахнет сосевом. Но ничего, будем пробовать потихоньку. Прошел около километра. Поговорил с местными пастухами. Говорят, сантиметров на 20 вода поднялась. Ну, везде дует мощное течение. Облавливаю вот такие вот небольшие затяжки. Ну, что-то толку пока нет. Поклевок не было. Даже на струе попробовал голавлика на воблер покидать. Ну, тоже тихо. Ну, ничего, может, найдем какое-нибудь место поинтересней. Ну, а тут течение дует, видите, какое. Так, ребята. Поймалась первая рыбка. Кто? Щучка. Походу неплохая. Только за корягу не заходи. Ничего такая. Веселенькая. А какая. Ну что, сорвись. Все равно отпущу. Не, погладить надо вынуть. Вынем, погладим. Иди сюда. Иди сюда, моя хорошая. Молодец, клюнула малыша. Хорошенькая такая, под кило. А. Хорошенькая, килограмм, наверное, будет. Зубастик. Отпустим. Плыви.
Лови кусачка. Ну вот, от нуля ушли. Как обычно, сработал рачок от Crazy Fish. Ну и чтобы не спрашивали в комментариях, ловлю я сегодня на спиннинг тоже от Crazy Fish Orion с тестом 3.12, длиной 2.29. Для таких речек он мне понравился очень. Попробуем еще одного Шнурсона изловить. Ну, скорее всего, он тут один. Нашел, ребята, очень интересное место. Здесь, по идее, должен быть голавлик. Дует очень сильная струя, глубина примерно метр. И здесь уже травка проросла. И уход в заводь. То есть в заводе есть малек. Он выходит туда, на речку. И там его должен голавлик хавать. Ну, это мне так кажется, а там фиг его знает. Поставил Суёки фугас. Будем пробовать. Ну, я же говорил, тут кто-то должен быть. Это, ребята, голавлик. Как и предполагалось. Наконец-то голавлики вышли на охоту. Вот он, родной. Суёковского фугасика съел. Ай, какой небольшой. Но это, ребята, первый голавлик в этом году. Хе-хе. Голавлик, Вася. Васю отпустим сюда вот, в заводёнку. Пусть бежит. Хе-хе. Вася первый. Ветер достал. Против ветра кидать приходится. Больше никто у нас тут не поймался. Пойдем дальше. Бычок пришел поорать на меня. Копытцем копает. Злобный. Что-то я настолько увлекся голавликами, что совсем забыл, что надо ловить щучек. Голавлики рановато еще. Один клюнул какой-то дикий. И больше не хотят. Лучше на щучку ставку делать. Ну, а голавлики пока так. Если уже слишком крутое место, то можно попробовать. Ну что, мужики, закончилась моя рыбалка. После поимки голавлика я сильно ими увлекся и 3,5 часа пытался поймать еще голавлика. Поэтому для вас видос получился очень короткий, а рыбалка у меня была длинная. Поймать, как вы поняли, у меня больше ничего не получилось. Но вот голавлик это такой зверь. Вот нафига он клюнул? Вот не клюнул бы, я бы ловил и дальше щучку. Но после поклевки голавлика я уже не мог ловить щучку. И ловил только голавлика. Как-то так. Такой вот видосик. Всем пока, ребята. Читайте описание под видео.